И врагу не пожелаешь ситуации, в которой оказался президент Украины Владимир Зеленский. С одной стороны олигархи, с другой стороны Россия, а по центру разграбленная и расколотая на части страна. Журналисты отмечают, что Зеленский свиреп как никогда раньше. После посадки в клетку Пашинского, Зеленский взялся за крупняк. Объявлен в розыск один из ближайших подельников Порошенко олигарх Константин Живаго. В ближайшие дни его задержат и отправят к Пашинскому в клетку. Это будет первый украинский олигарх, который оказался в клетке. Ему, скорее всего, предъявят хищение в особо крупных размерах. Об этом заявил глава ГБР Украины Роман Труба. Как известно, Живаго был владельцем банка «Финансы и кредит» и ближайшим подельником олигарха Порошенко. Его подозревают в причастности к растрате 2,5 миллиардов гривен из государственного бюджета. Также сообщается, что Генеральная прокуратура, НАБУ и Государственное бюро расследований ведут расследование по 160 фигурантам преступной банды Порошенко. В частности, речь идет и об Ахметове, и о самом Порошенко. В ближайшие месяцы мы увидим процессы, которые не имели аналогов в мире. Идет процесс уничтожения крупнейших преступных олигархических кланов Европы и мира. Олигархи кинули все свои ресурсы, все силы и все средства против президента Зеленского. В ход идут и майданы, и миллиарды, и частные армии, и частные батальоны, и провокации, и даже покушения на жизнь президента. Бой идет не на жизнь, а на смерть.